Дорогие друзья, дорогие свои, я счастлив, что мы очередной раз встретились с вами в самом центре страны, в Кремле. Я благодарен за ваши улыбки, аплодисменты, цветы, подарки, за многочисленные перепосты, истории и теплые слова в соцсетях. Я чувствую тепло ваших сердец, и мое сердце отвечает вам тем же. Спасибо всем, кто специально прилетел на мой концерт из разных городов и стран. Спасибо всем, кто не смог прилететь, но прислал мне весточки из всех точек планеты. Юбилейный тур по миру продолжается. Мы обязательно увидимся в ваших краях. Не стесняйтесь, пишите мне, и я сообщу подробности. И, конечно же, до встречи в Кремле на очередном майском концерте только для своих 2020 в 2020 году. Всегда ваш Владимир Маркин.